Говорят, что блюз – это когда хорошему человеку плохо. Сами же поклонники блюза считают эту фразу не более чем штампом. Дети асфальта побывали на репетиции легендарной группы White Night Blues, чтобы прикоснуться к белорусским корням музыкального жанра. Лидер культовой белорусской группы White Night Blues Юрий Нестеренко в Могилеве готовится к своему творческому юбилею. 30 лет в музыке – чем не повод для серии концертов, главный из которых планируется в областном центре. А все начиналось в 1982 году, когда в Белыночах появилась рок-группа «Последний шанс». В этом названии немножко присутствует такая тоска, как бы. То есть чего-то хотелось, наверное, особых перспектив в рок-музыке не было. То есть ты занимаешься рок-музыкой, а дальше что? Это только андеграунд. Юрий Нестеренко со своим «Последним шансом» играл на танцах и тематических вечерах. Репертуар в основном состоял из песен советских рок-групп. «Воскресенье», «Машина времени», «Динамик», «Круиз». И пятый свет, и Тридцать лет назад на рок-музыке было всеобщее молодежное помешательство. Нестеренко вспоминает, как на один из его концертов меломаны пробирались вброд, пройдя через по колено затопленный водой подвал Дома культуры. Сколько с тех пор написано собственных песен, Юрий не считал и не собирается. Признается, что некоторые песни с того времени морально устарели, а может быть, просто плохо сыграны. Но именно тогда Нестеренко влюбился в блюз. И эта любовь с годами только набирает силу. Что для меня блюз? Честно говоря, вот когда что-то оформишь в словах, так, то оно потеряет, наверное, какой-то смысл. Ты играешь в мажоре, да? А блюз это же специфика между мажором и минором. То есть вот в этой как бы мажорной септаккордовой гармонии соло будет идти в миноре. Ну, как бы так. Мелодия. И белая, и черная. Мелодия, да, она запросто укладывается в минор. Так и живут блюзмены между мажором и минором. Да, это блюз. Сейчас, по-твоему, блюз популярная музыка? Можно сказать, что он моден? Нет, что моден, конечно, нет. А то, что он актуален всегда, это стопроцентно. Потому что есть масса людей во всем мире, которые независимо от моды просто слушают, занимаются. Реалии это не имеет значения. У тех были стоптанные башмаки, сейчас у этого пробита шина там. Блюз – музыка, которая не может выйти из моды, потому что она идет от самого сердца, звучит в душе. Блюз не нуждается в рекламе, ведь каждый приходит к нему своим путем. Реально, непреодолимая тяга к этой музыке. Буквально вот последние лет 5 я просто этим, ну, дышу. И люди моего возраста, музыканты, в частности, вот этого коллектива, ну и в других проектах мы тоже работаем, С этой музыкой ложатся спать, с этой музыкой просыпаются. В этом мире есть минус, а в тебе есть плюс. Ты чувствуешь сердцем весь этот блюз. С вами были «Дети асфальта». Самая модная программа, самая модная стильная рубрика. Любите хорошую музыку, будьте действительно разумными и стильными людьми. Всего вам доброго, до свидания.